Ну что, Герман, твои прогнозы на ВВГ? Я понимаю Прогнозы то, на что ВВГ. здесь у команды Essence мало шансов, но тем не менее лучше будет, чем буря в пустыне, нет? Но я думаю, что у них просто времени побольше будет, чтобы, так скажем, потаскать, точнее, постараться потаскать своего соперника по карте. Игроки-то хорошие. Здесь они, в принципе, в ситуациях один в один могут, на самом деле, дать неплохой бой. Ну и как-то вот на этом, наверное, только могут вылезти вообще в этом противостоянии Essence, потому что, ну, как команда, выявитесь, ну, в разы сильнее, просто, ну, потому что играют и дольше вместе, и тренируются постоянно. Это уже, как бы, ну, это следствие. Поэтому, ну, понятно, что Essence, конечно, вряд ли здесь что-то придумает. Когда у нас джампер, у нас почему-то джампер вообще не прогрузился как-то. Ну да ладно, играют ножи вчетвером. Ребята из Essence. Свит у нас пока что первый летит. Так, первый пошел. Минус Стэнфорд. Метак покидает. Куда ребята пошли? Чего такое? Победила красная Шо команда. такие? Они, походу, только заметили, что у них одного игрока нету. Плизвайт и Краш. Да, все-таки у игрока команды Essence. Ждем-с. Так, ну и в обороне. Воевиксы остаются у нас. Да, первая карта, конечно, за ними очень быстро ушла. Так, ну. Ну-ну-ну. Посмотрим. Так, кстати, у нас третий матч тоже очень интересный будет. Twice против X-Fresh. Вот там, вот там. Походу, действительно, будет BO3. У нас как-то вообще по традиции пошло, что у нас все последние матчи как-то вот как раз Да. BO3, а первые BO2 постоянно как-то играются. Не знаю, с чем это связано, но тем не менее. Ну, хотя бы на третьем матче мы увидим три карты, я думаю, там 100%. Потому что и те достойны победы 100%. Коллективы равные по силам. Коллективы равные и в турнирной таблице у каждой команды по 6 очков. Поэтому и X-Fresh, и Vice будут, конечно, очень жестко. Очень жестко стараться просто разбить своего соперника. И других слов ты и не подберешь. И эпитет это толком-то и не нужны. Потому что матч действительно будет очень интересным. Рассчитывали мы, что матч дня будет у нас Uprising против Playing. Но Playing все-таки, ну, довольно быстро тоже смогли убить команду Uprising. Да, там на Люксе, конечно, они потаскались. И потаскались причем довольно прилично. Но вот опять же, да, вот какие-то макро-ошибки, отсутствие тренировок и стабильного постоянного состава по команде Uprising, ну, бьет, и бьет так неплохо. Но с приходом стабильного пятого игрока, я думаю, все-таки наладится у этих парней. Ну и... Хотелось бы в это верить. Они все-таки навязывали довольно неплохую игру, вообще показывали себя в деле против любого соперника. Те же Vivictus и те же AOXZ, да, команде Uprising вообще без разницы было, против кого выступать. Но действительно сейчас какой-то кризис наступает у ребят, и хотелось бы, чтобы они из него вылезли. И также очень мы ждем с Германом, я думаю, точно так же, как и вы, кто топит за своих фаворитов, новичков дивизиона, чтобы ребята тоже выросли в этом плане, в плане командном, в плане персонального скилла, и тогда мы с вами будем наблюдать не только вот последний там матч, да, BO3, абсолютно все встречи у нас будут проходить в таком жарком ключе, просто до последнего держать нас в напряжении, в переживании за своих фаворитов, как это было во встрече команды AOXZ и Vivictus eSports. Действительно, там парни просто не то, что даже своих фаворитов заставляли, точнее, не своих фаворитов, а своих болельщиков заставляли сидеть в напряжении до последнего. Но и нас с Германом, так как мы относимся к этому нейтрально, мы просто сидим и что вообще происходит, кто отсюда выйдет победителем, как они ставят эти пачки. Это было что-то нереальное. И хочется, конечно, чтобы новички дивизиона вышли действительно на такой же уровень. Но это вопрос времени, и через какое время это все будет, непонятно. Но Я вот закрываю ставки. плейнгам потребовалось ровно ничего, чтобы показать, что они действительно команда очень хорошего уровня. Да, опять же, это промежуточные результаты после там 5 туров. Но, так-то на секунду. Команда тоже дебютант. Дебютировала так же равно, как и Essence, и Vice, и X-Fresh, и Five Star. Но, причем, два дебютанта лиги, два дебютанта находятся сейчас первое-третье место. Везение? Да нет. Желание? Да, скорее всего, так и есть. И главное, опять же, Начало.
какая-то вот синергия внутри коллектива, чтобы ребятам хотелось играть вместе, хотелось работать вместе, причем, да, тут это мы только видим вытекающую, да, это вот эту вот игру, а за этим же стоит много и разборов и так далее. Поэтому здесь все довольно тяжело и времени затрат. В это время у нас есть уже минус от команды Vivictus. Да, размен был по рефлективу, но в целом пока ситуация смотрится довольно в плюс для команды Vivictus. Да, Эмка прожал Тэшку, забирает еще и Стэнфорда. На нуле Кинглев отлетает от цвета, и Эмка забирает джампера на боковой. 1-0, быстрый раунд от команды Vivictus. Миссия провалена. Так, ну что ж, пока что действительно в этом раунде ничего ровным счетом не смогли сделать бойцы команды Essence, но это был всего лишь один раунд, и по нему судить как-то нельзя. Кома выходит на мид, но здесь же его принимает Митака, и у Кома моментально вылетают все хелсбары. Смотрим далее. Кинглев пытается выйти через позиции Тэшки, но боковая это почему-то до сих пор не подключилась. Закидали гранатами, двое игроков команды Essence пойдут через эту позицию, но как бы они не встретились с огромной проблемой в лице Вейка. Там Вейк уже зеленых вещей пытается принимать, и в упоре от Эмки будут дуалы. Да, и здесь эти дуалы может ой как сыграть, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Остается только Лев, который сумел разменяться по Эмке, ну и Лев просто отсюда спасается бегством, и Свит ставит по нему еще один хедшот. 2-0. 2-0, я бы не знаю, команде Essence, наверное, посоветовал бы постоять немножко на респауне, да, тянуться по карте, подождать поджим, потому что мы видим, что Vivictus занимает именно упор позиции, так или иначе, этот упор в дальнейшем перетечет под аркаду. Ну, опять же, в 70% случаев так и случается. Ну и вот, пошла аркада, рефлектива, пошла. Так, ладно, Эмка и рефлектив. На аркаде боковой Тэшки, рефлектив будет в упоре принимать джампера, сейчас рефлектив, кстати, с чем у нас... Что за девайс? А, СК-2010. Ну, посмотрим, чем нас удивит игрок команды Vivictus. Пока что ничем толковым. Этот девайс очень и очень опасный, как мы с тобой уже не раз это обсуждали, как я это отмечал. Так что, может, немного здесь действительно игрок команды Vivictus удивить, но пока что удивляют его. Есть минус, Вейк в упоре принимает своих соперников, есть минус от Вейка, отлично, также падает информация по льву, Вейк даблкил, Свит принимает также Кома, ну и здесь выход с Тэшки, но подлетает Вейк и сбривает еще и Стамфорда, остается один Хаст, и у Хаста также проблемы, но Вейк просто озверел, он идет и пушит всех абсолютно. Запушил БК, запушил сейчас Тэшку. Ну, браво, браво, еще раз браво. Миссия провалена. Да, картина маслом не получается. Ну, я не знаю, да, под мост сейчас будет выход от джампера. Давайте посмотрим, может здесь что-то получится. Ну, там просто никакого сопротивления нету со стороны Vivictus, поэтому эта позиция довольно легко пройдется игроком команды Essence. Ну, а дальше посмотрим, что будет у нас пока. Да, в доме будет принимать у нас рефлектив вместе со светом. Плюс по джамперу залетело очень много дэмэджа. Рефлектив делает минус. Будет ли размен по нему? Хаешка хорошая в дом падает. И забирает Лев и Хаст бэплэн. Можно сюда смещаться. Молодцы, сейчас довольно неплохо начинается раунд для них, но главное не проспать это преимущество и сейчас отыграть также с чувством, с толком и с расстановкой. Вейк выходит на мид, Стамфорд тем временем байтит на себя Эмку под позициями Аплэнта, но Эмка все-таки принимает решение уйти сейчас в район двойки, 42% здоровья у него, а вот Вейк находится на восьмерке. Трое игроков команды Essence пытаются выйти сейчас под Бэплэнт, но там Митак и Вейк будут принимать, и мне кажется, сейчас они очень неплохо так подкорректируют хелсбары своим соперникам. Но здесь неплохо. Лев поработал по квадрату, но Вейк с Митака делает минус 2. Тем самым бомба устанавливается на Аплату. Стэнфорд ее бросает. Но вот Хаст погибает, походу, здесь. Да, погибает. И это будет отыгровка 2 в 1. Но вот как отыграет Стэнфорд? Какая-то позиция будет? На сигарете? Не знаю. В принципе, один из стримов позволит забрать одного игрока в упоре. Но вдвоем. Вдвоем пойдут перемычки. Митака и Вейк. Ну а Стэнфорд, да, принимает решение в упоре, на самом деле, сыграть. Решение более чем верное, тем более при наличии УА-93. Ну и второго также можно быстро разобрать, но Метак как же жестко своевременно забрал девайс в руки и четвертый раунд забирает. Молодцы, молодцы бойцы команды Vivictus eSports, но и Essence также стоит отметить, то что... Бомба деактивирована. Он так долго дефил, у него нету... Знаете, быстрого диффьюза? Нет, есть, он его отпускал просто. А, да, я просто не заметил. Ну ладно.
Бойцы команды Essence тоже молодцы. Подготовка раунда была хорошей, но вот как-то реализация хромает пока что у ребят. Но я думаю, если они еще немного поработают, то у них все будет получаться. Stanford выходит через позиции Т-шки. Есть информация по аплейнту. Здесь же на аркаде попытался отыграть Эмка, но у него 2% здоровья. И он уходит побитый просто с этой позиции. Хаешки также полетели на Т-шку. Stanford до последнего здесь играет на агрессии. Просто по нему и дамаг летит, и гранаты. И ничто не заставляет этого парня отойти назад. А тем временем под позициями боковой отыгрывает джампер и заставляет Вейка немного нервничать. Да, но здесь Хелсбару команда выведет такой прям эквалайзер свой, своеобразный. Джампер забирает Вейка на сигарете. И сейчас в целом атака выглядит больше под аплент, нежели под Б. Там Кинглев пока что на мосту. А в это время Свит забирает Стэнфорда. Рефлектив идет Аркадий 0. Но здесь Кинглев его закрывает неплохо. Джампер также убивает Свита. Ой-ой-ой, ну, похоже на первый раунд, хотя Эмка забирает, но здесь у Эмки в спине будет один игрок, это как раз-таки Кома. Ну, Кома его 100% должен забирать, ну, как-то не уверенно пока что. Смотри, ты... Да, я вижу, да, там в спине еще и Метака. Но Метака сейчас пойдет через двойку, Хаешка сразу же полетела в плейнт, но эта Хаешка не настигает своего адресата. Эмка уходит Метака, прошу прощения, уходит под плейнт, ну и здесь же Кома спрыгивает все-таки под пятерку, и Метака просто не сориентировался, куда ему вести огонь. Отыгрывает все-таки один раунд бойцы команды Essence, счет на табло 4-1, ну и теперь в том же духе можно выводить на паритет. Ну посмотрим, снова выход под мост, там рефлектив под этим мостом расположился у нас, который раунд подряд будет работать. Работать, наверное, по Стэнфорду или по Хасту. Хорошая хаешка, но закрывается за строением игрок команды Вейвектис Рефлектив. Ну и на самом деле играет пассивно. Прием моста, Кома, винты прочекал, также никого там не заметил. Вейк стоит непосредственно наверху винтов. А вот джампер поймал немножко дэмэджа, также и дал по свету немного. Поэтому все здесь, в принципе, обоюдно. Но вот выход под Вейка. Вейк на винтах не прощает. УА-93. А вот МК идет Аркадий Т-шку. Там Стэнфорда неужели не видит? А Стэнфорд может сам сейчас вылететь довольно неплохо. Но нет. Ой, но там Лев принимает своего соперника, и Эмка как раз-таки находит размен на Стэнфорда. Есть также информация по джамперу, Эмка идет рашить своего соперника в тэшке. Какая пачка заходит от Эмки, просто красавец. Рефлектив тем временем ставит хэдшот на Хаста, и Лев пытается отойти на ноль, но Метака догоняет своего соперника и ставит хэдшот. 5-1, счет на табло загорается, но по ходу дела предыдущий раунд это была всего лишь минутная слабость со стороны команды Vivictus eSports, и сейчас команде Essence надо еще поднапрячься, чтобы забирать раунды к себе в актив. Так, есть энтри-фраг от Света по Хасту, но вот и вновь остается без одного игрока. Там дальше прожим пойдет. МК опять же забирает на сигарете Стэнфорда. Да, Стэнфорд перед этим, правда, Вейка забрал. Но вот сейчас пока что МК-1 теперь под этой позиции. Кома забирает рефлектива на винтах. Ну что, интересно, там мост уже очень близко проаркадил Свит. Ближайший к нему это Кинглев как раз-таки под мостом. Алёва-то его услышит. Если тот спрыгнет, он его заберет в спину. Но главное команде Essence здесь не потерять никого. Талт, пока Лев не сделает свой зловещий минус. Ну, и вполне вероятно, там... под Б-плен будет перетяж. Там и Свит-то, в принципе, особо не торопится аркадить своего соперника. У меня такое ощущение, что он как будто что-то знает. Ну, а Темки залетает минус, и Лев-то уходит. Причем уходит довольно спокойно, а Свит сейчас лунной может походкой догнать своего соперника. Да. Потихоньку да помаленьку, но 100% здоровья у Комы, и здесь же Кинглев. Сотни, они уходят на мита, аккуратно за ними крадется Свит. Эмка также перетягивается сейчас под позиции пятерки, и если что, моментально будет перекрывать Б-плен через позиции перемычки. Митака подтягивается на мидл, и здесь просто захлапывается эта ловушечка для команды Essence. Если только Кома сейчас не исправит ситуацию с мида, то тут будут проблемы. Так. Метака забирает на восьмерке Кому. Лев, на перемычке есть неплохой минус, но есть также информация и по Метака. Ну, посмотрим. Ну, вот видим, да, все-таки тимчат. Миша сразу надо было пройти, братан, я же говорю уже. Ну, то есть, видно, что, да, проигрывает команда, но вот в том-то и дело, что проигрывает команда, а не отдельно взятая личность, поэтому главное не рейджить. Ну и... Лев слышит своего соперника сейчас. Метака идет под бетон. И
Метака садится на дефьюз, но как же Лев выдерживает паузу сейчас. Опа, Метака сбрасывает и опять бежит под бетон, но здесь уже его слышит Лев. А Лев так под какую позицию встает? Очень классную. И Лев, отлично! Хороший хэдшот поставил, молодцом. Хотя хелсбар не позволял ему в открытую воевать. Но главное, с чувством, с толком, с расстановкой. Отыграл сейчас, оценил ситуацию. То, что хп не позволяют. Надо сидеть, надо ждать. И соперник, в принципе, не ожидал такой позиции. Но и есть выход от Метака на мид. Полетел по нему уже дамаг от Хаста. Хаст занимает потихоньку винты. Кома к нему подтягивается. А здесь МК. МК будет играть закрывающего от Комета. Залетает минус. И Метака ближайший игрок, который будет закрывать сейчас винты. Ой-ой-ой, как он это сделал? Ну а здесь кошки-мышки, вы их не знают даже, где находится соперник. Здесь можно на самом деле просто сидеть и вообще команде. Ай на ны на ны технологии. Стэнфорд просто как-то незаметно просочился, остался здесь. Ну, на реплейчике посмотрит, вы видите потом. Да, молодец, Стэнфорд прочувствовал тонкую грань игры, забирает Вейка. И здесь, опа-таки, а как он там оказался? Мы же все прочекали. Побежал отряд, побежал. Стэнфорд сейчас будет вычислять еще Тэшку. Если Смит сюда зайдет, побежит с ножом, то у Стэнфорда будут проблемы. Точнее, у Вейка будут проблемы, если он сюда побежит с ножом. А это Смит. Ну там на Света, ты посмотри. Как будто знал. Как знал. Миссия провалена. Ну, молодцом, Свит, молодцом. Вышел до последнего с ножом, я думаю. Ну все, Свит, давай, прощай. Как бы здесь для тебя песенка спета. Но, увы, ах, это не так. Выхватывает у нас Свит девайс и наказывает своего энеми. Есть выход от Стамфорда, но здесь на агрессии принимает рефлектив. Сразу же идет в аркаду Тэшки и снимает голову своему сопернику. От Льва, правда, моментальный размен. Ответная агрессия. Отлично. Один Вейк остается под позициями Афлинта. И сюда на халпу летит Свит и Метака. Так, ну смотрим пока. Ситуация 4 в 4, правда Вейк подаркадил. Так винты неплохо забрал Хаста, но там еще два соперника под нулем находятся. Но вот одному джамперу погибать нельзя. Свит потерял голову моментально от Льва. Лев минус 2 уже в этом раунде. Возможно и третьего заберет сейчас. Да, есть минус 3 от него. Но минус 4 вряд ли, потому что Метака его также нашел на контрвыпаде. И Кома. Ситуация 1 в 2. Погибает 7-2. Также первый план заканчивается и на ВВГ. Но пока что все как-то печально для команды Essence. Они вроде начинают и за сильную сторону, и вторую карту подряд, но как-то все идет по одному и тому же сценарию. 7-2 счет на табло, на смене сторон. Если мы и закончим опять так же со счетом 10-4, то будет совсем все идентично. Но я думаю, Essence должны давать сейчас как-то отпор своему сопернику в обороне. Просто сработать по информации моментально, перетяжки. И все будет у них хорошо. Но если Vivictus опять же будут играть на агрессии, просто выбивать сразу же позиции моста, там мида, то там будут действительно проблемы. Essence банально будут не успевать забрасывать каких-то саппортов под ту или иную позицию атаки. И в соответствии... позиции обороны просто просядут. Посмотрим. Ну вот команде Essence на самом деле не хватает именно вот в плане стратегии. Они очень сильно проседают. Не хватает таких на самом деле конструктивных раундов. Да, допустим, 3 мост, 1 на 0, 1 Тэшка, которая контролирует просто поджим, а в роли действующего трио как раз таки игроки на мосту. То есть нет такого, что там бац, минус сделали, отошли, перетекли в другую позицию. Где-то вот по одному постоянно теряют игроков своих эссенсы, ну и Vivictus просто очень умело пользуются, так скажем, забранной территорией на карте. И этим моментом, на самом деле, они не пренебрегают, и причем берут эти раунды практически всегда, когда, да, вот уже Тэшку условно забрали на аркаде Vivictus, и все, они там ее уже не отпускают. То есть информация держится до последнего, дается кол о том, что, мол, ребята, у вас на нуле либо мост, держите там уже attention, поэтому... внимательнее будьте. То есть, вот Vivictus умеет, так скажем, выбивать территорию у своих соперников и контролировать ее довольно умело. Поэтому информация очень много ходит, поэтому и префайеры заходят, потому что примерно знают, где находятся соперники. Все это тонкости игры, которые как раз-таки Vivictus знают как очень наш. Ну и поехали. 7-2 первая половина закончилась, вторая половина с 0-0 продолжается. Точнее, 7-2.
Ну что ж, Вейк и Рефлектив первым же делом врывается на позиции моста, где на страже порядка отыгрывает Лев. Хас закрывает мид, и тем временем уже накаляется ситуация по даплинтом. Кома принимает решение проражить позиции боковой, но там Митака, мне кажется, должен принимать своего соперника. Да и, я так понимаю, у него есть какая-то предположительная информация об аркаде. От Льва залетает все-таки минус на Вейка, но Рефлектив должен находить моментальные размены под позициями Бэплинта. Уже трое игроков команды SNS. Джампер также ставит хедшот на М-ку. И ситуация-то уже 5 в 3. Да, но здесь опять же по 90 берут игроки команды SNS. Вот Рефлектив забирает все-таки Льва. На квадрате пока что никого не видел. Там у Стэнфорда еще 25 хп в доме. Кома забирает Света. Но Хас на дороге. Перестрелка с Рефлективом также не увенчалась успеха. Минус 2 уже имеется. Ой, минус 3 от Рефлектива. Минус 4 почти было. Но Стэнфорд отличный тайминг ловит. Но и Митака 1-1 против Стэнфорда. Митака уже ставит фугас, а Стэнфорд тем временем только уходит на позиции мида. И пойдет, скорее всего, винты или тэшка. Да, пойдет через тэшку, ну а там Митака потихоньку идет закрываться. Ай-яй-яй, вот как не забрал. Я думал, все уже, Митака отбегался, дорогой. Но, тем не менее, Стэнфорда уже спалили. И ему приходится менять свою позицию. Но выходит через винты. Митака только с тэшки убежал. Вернулся на позиции бомсайта. И он уже здесь. Пошел дефить. Митака постоянно в движении. Движение это жизнь, дружище. Но времени не хватает. И успевает Стэнфорд. Стэнфорд красавчик. Хорошо прошил здесь. Ну и первый раунд в обороне они все-таки берут. Со счетом 7-3. Точнее, со счета 7-3 продолжаем мы смотреть дальше. Ну, подарили нам позитивный раунд обе команды, за что им отдельное спасибо. Но здесь снова прокид на мост полетел. Эту позицию будет закрывать снова Лев у команды SNS. Но не погибнет ли на первых таймингах? Здесь Митака уже на восьмерку выходит. Вот что интересно, забирает Хаста. Размена Стэнфорда под Аплантом. Ну и мы пока что обратили взор на Б-плен, где у нас пока что один только Кинг Лев, на которого, кстати, сейчас будет выход, и у которого будут большие проблемы под бетоном, если его все-таки Митака прочекает. Но в это время Джампер с квадрата забирает Света. Ой-ой-ой, опасненько. Ну что ж, смотрим, как бы эти команды Vivictus eSports будут справляться сейчас. Но от Митака есть минус на Льва. Отлично, Вейк находит также голову Джампера. И вот теперь в опасной ситуации находятся бойцы команды SNS. Стэнфорд и Кома попытаются отыграть против троих своих оппонентов. Но Кома принимает еще и Митака. Вейк находит моментальный размен под позициями перемычки. И Стэнфорд остался один. 100% здоровья у него есть. Тут на Вейка пошла перестрелка, а Стэнфорда залетает минус. И остается 1-1 против Рефлектива. Вот если бы была осколочная, у Стэнфорда были бы проблемы. Но, увы, ах, это не она, но Рефлектив справляется и так. 8-й раунд для команды Vivictus eSports. Я помню, Андрей Энгшолохов тоже очень сильно наловчился. У него был один период в жизни, когда он вообще выходил из поинт-бланка, потом вернулся, впоследствии взял чемпионат мира и так далее. Даже два. Вот, у Андрея был какой-то очень сильно, прям вот реально вот натренированный P90. Он с этим P90 убивал все и вся. Потом многие пытались повторить, так скажем, стрельбу с этим девайсом, как Андрей, но там ничего не получалось. В это время два минуса в ряд кладут в Vivictus. Есть размен 1, есть размен 2 от Кома, есть размен 3. Хо-хо-хо. Ну, капитан Кома здесь, конечно, раздал так раздал. Действительно, молодцом. Молодцом, но пока что ситуация еще далеко не выигрышная для команды SNS. Да, там Кома редовый, да, он сейчас своими минусами поднимает немного моральку своим тиммейтам. Но, тем не менее, Вейк и Свит уже целенаправленно идут под позиции Аплинта. Хаст очень хорошо принимает с пятерки винты, есть минус на Вейка. И теперь Свиту предстоит отомстить за своих тиммейтов. 100% здоровья возвращается у нас в тэшку, но у него нет информации по Коме. А Кома стоит, у него вообще никакой информации. И по Свету нет, имеется хедшот, отлично. Также падает информация по двойке. Но с P90 против SK2010 в тушу спорить очень сложно. Да я бы сказал, даже это бессмысленно сделать, потому что чисто физически, если два игрока попадают одинаково друг по другу, то быстрее хп кончится у того, точнее P90 в руках. Стэнфорд пока что не решается поражать тэшку, а вот на винты вроде как раз-таки Митака выходит. Там никого нету, кстати, это усиление Б-планта, два игрока падает от Джампера Стэнфорд, которым надо очень внимательно сейчас следить за своими позициями. Плюс Стэнфорд ловит хаешку на сигарету, остается у него 6 хп, Джампер вообще на пятерке контролит выход с винтов. А вот в случае выхода боковой команда SNS потеряется, потому что, ну конечно, боковой нету, а нет, есть уже Митака. Поэтому здесь Стэнфорд, ну большие проблемы у него сейчас будут.
Но если МКА все-таки примет решение выходить на аркаду, ну или же встретится сейчас с Митака. От Вейка опять же есть минус. Митака моментально сбивает голову своему сопернику. МКА, какой выход на двойку, отлично. Минус на джампера, ситуация 5 в 2 для команды Essence, есть информация по Вейку. Но рефлектив находит минус, и здесь же Хаст моментальный размен. Там подоспел Митака через перемычку и моментально сбривает Хаста. Ну что ж, это уже 9-й раунд в активе команды Vivictus eSports. И счет на табло 9-4. Вновь 10-4 мы с тобой увидим, или же все-таки еще поборются эссенсы? Ну, хочется, на самом деле, чтобы еще команда пострелялись немножко. Все-таки матч получается. Знаешь, он такой вроде лайтовенький, но довольно прикольный на игровые моменты. Выход на винты от Эмки. Отличная реализация у А93 на джампера. Ком-размен есть, но здесь Кинглев будет аркадить восьмерку, а рефлектив уже ждет, так ждет. Но не попадает сразу в голову. Кома на пятерке. Здесь очень мало хп у него. И погибает Кома, но размен есть от Хаста. 3 в 2, тем не менее, Лев будет закрывать позицию 0, но бомба уже ставится в апленту. Фугас установлен, нами так и Вейк выдвигаются искать своих соперников под Б-плейнтом, но там уже Свит забрасывает информацию, то что через Т-шку пойдет соперник, и Митака и Вейк моментально возвращаются к своему тиммейту. Есть выход от Льва через Т-шку, также с боковой пойдет Хаст. Он уже спалил свою позицию, имеется выход, хороший хедшот от Света, и здесь же Хаст находит минус на Митака. Так, но Хасту надо отыграть еще по двоим своим соперникам, а Хелсбарта крайне мал. Есть информация по Вейку, Вейк пытается с ножом забрать своего соперника, и у него это получается. 10-й раунд в копилке команды Vivictus eSports, и вновь мы видим с вами 10-4 на табло.